Две девушки 14-15 лет предстанут перед судом за избиение подруги. Подростков обвиняют в злостном хулиганстве. Инцидент произошел в мае в районе Архей. Как установило следствие, драке предшествовала ссора. Девочки били свою 16-летнюю приятельницу руками, ногами, палкой. Пострадавшую госпитализировали с травмами мягких тканей, головы, спины и внутренних органов. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы. Как отметили в прокуратуре, среди нападавших была также 13-летняя девочка, которую нельзя привлечь к уголовной ответственности из-за ее возраста. Однако правоохранители обратились в местное управление соцпомощи и защиты семьи с просьбой принять меры в отношении девочки.